А, видимо, вот нам сюда и бить надо. Понятно. Куда ты собрался? Смотрите, он наверх поднимается. Уйди сюда, сейчас на тебя тапок правосудия найдем. Что-то рука не очень работает, да? Сейчас смотрим. Следу. Ой, здоровье ни хера не отнимается. Всем привет, дорогие друзья! С вами Игорь Вест, и мы продолжаем играть в Devil May Cry 5. Сразу вопрос к вам, дорогие зрители. А вы любите анимешных обнаженных персонажей? Ну так вот, если досмотришь это видео до конца, там будут такие персонажи. Один персонаж. Если ты не подписан на мой канал, обязательно подписывайся сейчас. Подписались все нахуй на этот сайт! Быстро! А мы продолжаем. Кстати, кто кушает, приятного аппетита. Что ж, она жива. И на вид даже ничего. А, я понял, ты любитель пельмень пооблизывать. Ты вокруг сплошное наебалово. Да, займись лучше делом. Я-то думал, ты... натурал. Что за чёрт? Блять, ну ты прям герой. И вот, конечно, пиздец. Ой, блять, он ей говорит, стой здесь. Наши перевели, блять, свой. Ну все. Смотрите. Разбушевался. Только дай мечом побахать чебуреку этому. Титан мародер Гильгамеш. Гильгамеш. Мешок ебучий. А, видимо, вот нам сюда и бить надо. Понятно. Хорошо. Таракан, блядь, подваль. Ты только погляди на него, аж приплясывает. Танцор диска. Блин, как его убивать? Что делать? Он же здоровый, я же доверху не допрыгнул. Так, ладно, притягиваемся. Да, я не отступлю, ребят. Так, смотрите, загорелось синеньким, да? Оп, наверх. И по семечке хуярим. Да. Распотрошим фисташку. Блять, что-то он скользкий какой-то стал. Слизью покрылся. Ух, ёп туда. Что за таракан такой? У него там бластер. Это Звездные войны или Devil May Cry? Я не могу понять. Ну ладно, я понял, да. Хорошо. Сейчас ножку оголим, расчехлим. Куда? Блять, куда ты собрался? Смотрите, он наверх поднимается. Уйди сюда, сейчас на тебя тапок правосудия найдем. Давай. Нет, я не могу так зацепиться. Блять, придется бегать. Блять, аж платформа вся шатается, ебать, он огромен. Так, ну-ка давай. Так, загорелось. Притянулись. Нет, нихуя. Во. Во. А. Что это такое? Что это за хрени летели только что? Какой-то... понос, блядь. Говноеды ебучие, блядь! Черви, блядь, ебан! Чего это так? Опять спрятал. Чувачело на меня понос свой решил. Еба. Ёжики. То есть... ну, защищается, да. Ну, тебе все равно смерть, чувак. Вешайся. Но это не точно.
Там наверху, кстати, смотрите, вон всякие бочки, хуёчки, что-то сверкает на крыше. Давай-давай. Что-то рука не очень работает, да? Ce matin, c'est la deux... Ой, здоровья ни хера не отнимается. Я на тебя найду, дихлофос, тварь, блядь. Ты у меня узнаешь, блин, о всех прелестях таракани смерти. Ага, ага, сейчас, блядь. Так. Ну смотрите, половинку-то уже это. Мы ему сняли. Давай, давай, осталась вообще писечка. Полегче. Да. О, бля. Не, так это. Так делать не нужно. Спасибо. И мы летим. Сука, не повезло. Спрятался опять. А что такое? Че он присел? Вы что там забыли? Петушки. Ты что думал, это ты его прокунь... Фу, бля, ты что думал, это ты кузнечика опрокинул? Знаешь, я уверен, ты на вкус как цыпленок. Ах ты мелкий неблагодарный пиздюк, бля. Оставлю эту тварь тебе. Меня ждут дела. Заметили, да, какой он деловой? У него все время какие-то дела, блядь. Говно деловое. Оу, теперь только ты и я, таракашка. Веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Ну ладно, тут осталось-то хуй да маленько. Странная, конечно, миссия на самом деле получилась. Я думал, будет какое-то там прохождение, что-то бегать там, а получилось, что сразу босс. Забавно. Ух, ебать, эс. Ну, это вообще крутяк. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Как из корней? Вот вы представьте, как выглядит корень, да? Что значит из корней? Подожди! Подожди! Это попахивает каким-то наебаловым. Там были бластеры, металлические явно. Эй, леди, очнулась. Хочешь ее о чем-то спросить? Стой. Вон та штука нам пригодится. Да не эту, блядь, долбоеб. Вон то дерьмо, подними рядом. Сука. Да. Эту, тупой ублюдок. На S вариант прошли. Ну это круто. Это все шмалит. Все не нашмалится. Надеюсь, хоть не никотин. Так что с ним случилось? И Стриж. Тоже ж ты с тобой? Наверное, да. Триш. Ее схватили. Это я помню. Но я понятия не имею, что случилось с Данте. Черт. О, явился деловой. На машине вы здесь не проедете. Сами знаем, тебя ждали. Умник, сука. Есть только один путь к вершине дерева. Подожди, я сейчас соберусь. I'm glad to see you look so well.
Рад, что ты в порядке. Взаимно. Нашел их по дороге. Если они могут пригодиться, забирай. Ух ты, я сделаю из этого что-нибудь нереально крутое. Какая неожиданность. Ему можно доверять? Знаю его не лучше тебя, но думаю, он нам нужен. Хватит разговоров. Отдохни, тебе полезно. Как-то мутное, да? Вы заметили, что там какая-то вот искра, вот это вот все тут... Хуя какая-то, дом 2 какой-то происходит. Они, по-моему, знакомы и уже там что-то исполняли когда-то раньше. А сейчас, внимание, кульминация. Тот самый момент, о котором я говорил в самом начале. Эй, леди, подъем! Пора за работу! Мне только что посоветовали отдохнуть. Уай-уай-уай, тебе только что посоветовали отдохнуть. А нам надо расчистить путь, иди копай. Давай. А купальника у нас нет с собой. Вот и подошло к концу прохождение 6-й миссии Devil May Cry. Надеюсь, тебе понравилось. Если так, ставь палец вверх. И подписывайся на канал обязательно, потому что дальше будет прохождение новых миссий, новых игр. И бог знает только что еще. В общем, будет интересно. А с тобой был Игорь Вест. До новых встреч. Пока-пока.